Профессиональный праздник отметили волгоградские сыщики. В этом году подразделение уголовного розыска МВД России исполнилось 96 лет. Чествование лучших сотрудников службы прошло в региональном ведомстве. Их работа – выявлять и раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления, будь то заказные убийства, разбойные нападения, сбыт наркотиков, похищение людей, преступные действия в отношении детей. Недаром это подразделение – одно из наиболее крупных и важных в российской системе внутренних дел. Много служб в системе МВД, и все они выполняют очень нужные, важные функции. Но все-таки уголовный розыск был, есть и, на мой взгляд, всегда будет – основной стержневой службой системы МВД России. Не сработает уголовный розыск, останется без работы следователи Следственного комитета, следователи полицейские, дознаватели и так далее. В честь профессионального праздника наиболее отличившимся сыщикам Волгоградской области были вручены ведомственные медали за доблесть в службе. Наградили победителей областного конкурса название «Лучшего подразделения уголовного розыска». В этом году тройка лидеров состоит из Быковского, Среднеохтубинского районов и Ворошиловского района Волгограда. А лучшим сыщиком региона стал оперуполномоченный из города Николаевска. Все призеры получили переходящие кубки и ключи от новых служебных автомобилей.